Москве. Весна почти. Погода бомба. Сейчас не знаю. Две машины точно едут. Кто еще приедет, не знаю. Сегодня без задымления красота. Стороны тоже мост есть, то я всегда справа показываю, он южный. Вот так все зеленеет. Это забор ботанического сада, кстати. Там Печерск. Да, тут машин немного, обычно в этом месте больше в такое время. Коронавирус добавляется, так более активно начало количество заболевших. Увеличивается количество заболевших в день, в общем. Что дальше будет, непонятно. Ну, на фоне Европы-то как бы немного, ну и тестируют немного. Перекупов нет. Кто-то есть, смотрите, перекупы, просто они сконцентрировались. Хлеб на газике. Вот и банда подъехала. Ну, есть машины. Сейчас едем. Такой тут лючок у Макса. Вот это известное открывание капота. Такого даже в Майбахе нигде вообще нету, кроме как у Макса. Практически. Не, ну у кого-то еще есть, наверное. Так, сейчас, где тут наш польский друг? О, с Днепропетровска. А, блин, не подходи ко мне! Иди отсюда! Вирус! Вирус ты! Вирус, уйди! Ой, маленький. Сколько ему? Джиперский, 3,5. Месяца? Да. Ой, барабака. Боже, какая золотая собака. По паспорту. Не, клитер знаю, что это. А ты что, один или что? Да, клитер это... Почему у тебя никого нету? От пола до моста. От пола до моста? До моста. Слышишь, я польский переводчик забивал, ты нас надурил, оказалось. Ну, про клитер. Что я тебе говорю? Ну, ты говорил по-польски, это клиренс. Не. Не? Надурил? Не, я ошибился. А, ошибился? Я ошибился. Я знаю. Где он? Где он? У нее был Nissan Peugeot, а мы купили дом, и не было там других. Говорю, все, надо купить машину, ну, чтобы ты могла заехать. Что ты жрешь? Фу! Уже все. Да, а ну, забирай, блин. Сзади в автосалон. Нельзя же. Глянь, не текать, вот хитрая собака. Не даете пожевать. Клиренса. А, ты историю рассказываешь, как это вышло? Меньше минимум. Блин, вовремя. Хватило масла. Блин, надо было еще литрушка у меня в мечте. Ну туда, если доедем назад, тогда хватит. Так, Макс долил масло. Сколько долило? Ну покажи. Да на глаз так. Да? А, так немного долил, литр. Было минимум. Расстояние как при карантине между машинами соблюдают. Сколько? Полторы, да? Это так по инструкции? А, полтора метра. Нормально. Слышишь ты, иностранец, смотри, видишь, люди нормально готовятся к оффроуду. И что мне с этим делать? Что, выкручивай нипель. Так. Против часовой стрелки. Что это за машина вообще? Иди там на сзади выкручивай, иди. Я буду спускать. А, сзади выкрутится, да. Да, потому что... Блин, день на... Блин, пошел вон, сам иди. Видел, он кашлянул, и я уже закрыл дверь сразу. Так, пошла жара, мы тут с серьезным человеком внутри.
Как ты начал? Ты уже все съел? Как ты оффроудом начал? Ты уже все съел или сюда оставил? А, жрёшь? Бездорожье серьезно. Да. Ну, он болото есть. Болото есть. Места хорошие. Не скучно никогда нет. Тут всегда хорошо. Сидает. Не то, что не можно застрять, можно утонуть. Я то знаю. Да? Да. Кто не смотрел, посмотрите. Как Груз сказал, что я еще не домыл машину. Крис помыл котлету видео. Да, там только не помню, как называется. Ну, так, началась. Пошла жара. Мне кажется, ты можешь застрять. Ёханый бабай. Все. Жесткий парень. Мы быстро, мы застряли. Макс там сзади где-то. Блин, поесть даже спокойно не дает. Зверюга. Ой, какой запах от воды, я вам не могу передать. Ну, в смысле, приятный, не воняет. Тут не болото, тут речка. Ну, рядом вот речка за камышами. Это от нее водичка. Как там тебе, Руслан? Да как, нормально. И кормят, да, и поят. Зеркало разбито, как на зеленой мечте. Но тоже. О, как красиво он, в какой позе, смотрите, красивой. Сейчас я протру, чтобы вам его лучше видно было. Так, вот серьезный штурман идет. Там свободную размотку закрывает. Там будет рулся. Да. Включи его, включи. Оку. На марку давай. Другой, другой. Так, я на пульте. Прикольно. Сейчас идет человек. Ну что ты сигналишь? Он не отъедет, он же тебе помогает. Посигналил ногой. На всякий случай. Маску одень. Подожди, подожди. О, почти поехали. Но недалеко. А у тебя кевлар там или что? Нет. Сталюка? И сразу закапывается. Это что, ты газуешь сильно или нет? Не, я или мало знаю. Спустилось? О, все. Не. Все равно сажает, видишь? Угу. Вес большой. Мотай. Я мотаю без остановки. Так это ты просто днище решил помыть после танковой, да, я понял? Сейчас отмоется оно полностью. Так, все нормально, мы на свободе. Так, поворот не проскочили. Дякую, давай. Все, вот этот наш маршрут. Подожди, правильно повернули, да? Не знаю. Что-то я. А, да, все нормально. Все правильно едем. Дорога хорошая, значит туда. Блин, какая погода, просто бомба. Тут как-то прохладнее в области, видишь, листиков мало вообще. Макс сзади. Да, оживает природа. О, смотри, тут хорошо. Воды больше, чем даже было. Ух ты, елки. Еще у патруля проблема, все-таки, слышишь, большие. Обороты надо ему чуть-чуть. Ну, обороты, да, у тебя как-то странно работает мотор, честно говоря, я так не пойму. Вот ему, да, обороты он просит все время. Я не про то, я про большие
большие редуктора на мостах, из-за этого клиренс меньше. Они крепкие, но большие. Ну тут или так, или так. Да, дым. Ого. Не выедем. Ну давай одним колесом, как Леня. Или хочешь по прямой? По прямой. Так без кокса, аккуратненько. Чтобы не сломать машину иномарку. Подожди, может я выйду, чтобы легче было. О, Леня сел. Поздно. Леня сел? Да. О, Леня выехал. Вот эти места, где мы тут рубились. Блин, внедорожник серьезный, серьезный, ничего не скажешь. Едет уверенно. А вот тут Макс мотор воды набрал, вот в этой слева. Там понимаешь, какая глубина. Так, Крис поехал. Так, ну сюда Макс не поедет, наверное, второй раз. Ну тут подсохло, но все равно жесть. Там Леня сидит уже. Сейчас у Макса с понижением все в порядке. Хватает. Ну тут запах уже совсем другой пошел. Такой. Тут кто-то вот ехал. Что-то да? Копали тут, да? Не, ну здесь копали, здесь же этот лаптежник эвакуации сидел. Да? И приезжал экскаватор и выкапывал здесь яму, чтобы его достать. Да ладно, ну, это когда такое было? Я сидел на этом месте. Да я знаю, года это. Года назад. Да? После нас. Какой-то патрул здесь. И после этого приехал на эвакуацию. Лаптежник? Да, да. И что, и тоже сел? Сел, да. И после этого приехал экскаватор, вот это же выкопали, видишь, на эту сторону. Чтобы достать этот лаптежник. Ого, я не знал эту историю. Интересно. Короче, медленно не проехал, надо было. Ты в натяжку, да, хотел? Не проехал. Да не, ну у тебя штурман проверенный, тебе нечего бояться. Начал Макс отжигать. Заработала лебедка. Блин, жесткий парень. И теперь еще один опасный. Не, этот особо опасный, да? Хотя они оба особо опасны. Макс. Максу тут неинтересно. Полетели. Что, ты на ручник ставишь? Да. Чтобы не укатилось? Да. А снимать забываешь или нет? А потом, у тебя же ручника не было в Польше на техосмотре? Или починил уже? Починили. Починили уже? Да. Миша Ланчев сделал. А, я понял. Что-то Toyota не плохо ездит, да? Toyota? Застряла. Это то случайно. Toyota это лидер, ты ж. Бокал еще. Вдруг бокал услышит. Сегодня все быстрее у нас. Сейчас начинается тут серьезное, блин, я без сапог. Я тоже. На остров туда не перейдешь, наверное. Перевози меня. И Ленины любимые места. Нет, я вот там дальше чуть сидел. Тут еще нормально. А вот там дальше...
Так, вот Макс. Здесь надо этот. Не, ну вода упала, да. Да, воды значительно меньше, чем было. Нет, там за поворотом, а в данной стороне яма, а второй нормально, да? Воды нет. Было больше, да? Подсохло. Там глубоко, там, где сидели вранглеры. И вот он сейчас на том месте, где мотор заглох и в отказ ушел. Кстати, так и не разобрались, в чем была причина. 69-й. Обрыв тут такой. Пилот тоже жесткий. Крис, как всегда, по газам. Решил сполоснуть капот, да, как положено. Лёня, стой, меня забыл, стой. Так, тут FJ. На заднем приводе еду, нормально. Меня забери, куда ты уехал? Давай, иди садись. Куда иди? Говорит, иди садись. Лёня на заднем приводе. Там левый купол. Где ты дерево палишь? Там не управляй его тогда. Ты крутишь, а вода едет как хочешь. Юрец. Давай, я держу веточку, проезжай. А ты пешком? Держу дерево. Давай. О, блин, брызгает тут. Что, застряли? Передок не включил, наверное. О, есть передок, есть. Там глубоко. А? Там глубоко. Слева глубоко или справа? Не, левее глубоко. Вот там смотри, видишь, где выход, надо чуть правее взять. Подожди, меня куда-то. Вот тут прямо, да я аккуратно. Говорит, я аккуратно. Там глубоко. Вот тут глубоко? Да, на выходе глубоко. Так, едем. В онлайне все, тут машина, тут ноги. Юра, что-то как-то не пойму я. Как передок вроде не работает, блин. Я думаю, ну что, не надо, блин, скорость набрать. Он как на лодке. Ёханы бабай. Не туда, блин. О, хорошо. Как круиз тебе, Руслан? А ты как думал? А что ты уехал? Чтобы ты снимал. Чтобы я снимал. Я думал, верну за тобой.